Выдача дипломов с помощью технологии блокчейн. Массачусетский технологический институт запускает экспериментальную программу по выдаче дипломов через приложение для смартфонов, основанного на технологии блокчейн. Руководство института в сотрудничестве с Learning Machine создадут приложение для студентов, которое позволит получить дипломы легко и быстро. На первом этапе 111 выпускников получат дипломы в рамках пилотного проекта. Регистратор и старший помощник декана Мэри Каллахан сказала, что этот проект позволит учащимся иметь доступ и безопасно делиться своими записями с теми, с кем они хотят.